трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Внимание, важные изменения. Поворот с улицы Профсоюзной на улицу Казанскую в Кирове теперь запрещен. Это касается водителей, которые двигаются от Старого моста. В противоположном направлении поворот разрешен. Это, по сообщению городской администрации, сделано для того, чтобы разгрузить перекресток Профсоюзной и бывшей Большевиков. Трасса 101. 31 тысяча седанов Polo, реализованных в России в 2015, 2016 и 2017 годах, имеют заводской брак. Об этом официально заявил Volkswagen. Речь идет о недостаточно длинном проводе втягивающего реле стартера, ввиду чего двигатель может перестать запускаться. Владельцам авто рекомендовано явиться к дилеру. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Трасса 101. Водителей нашей стране снова могут начать наказывать за непройденный техосмотр. Штраф 800 рублей. На этом настаивает Министерство экономического развития. По мнению руководства ведомства, надо ужесточить и процедуру прохождения ТО. Плюс фиксировать все это на видео. В Минэкономразвитии считают, что большинство российских автолюбителей техосмотр, ну то есть диагностическую карту, покупают. Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил включить правила дорожного движения в школьную программу. По мнению парламентария, современные российские дети плохо знают ПДД, поэтому часто становятся участниками аварий. Таковых в нынешнем году, по данным Чернышова, было около 12 тысяч. В них погибли более полутысячи ребят. Трасса 101. И напоследок, тяжеловатая новость, но все-таки. За рулем в России ездят агрессоры и хамы. Это одна из ключевых дорожных проблем, заявил в эфире Авторадио руководитель ГИБДД Михаил Черников. С такими гражданами, по его словам, нужно плотно работать. Также необходимы законодательные изменения. Видимо, речь идет об ужесточении законодательства. Главный гаишник страны призвал неравнодушных россиян активнее сообщать полицейским о нарушителях. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Кокирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.